командование приняло решение о полном уничтожении лаборатории Крот-1. Наша основная задача – установить взрывчатку в самой лаборатории, чтобы наконец поставить в этой истории точку. Продолжаем движение. Добро пожаловать в ад! Похоже, что кто-то с этих тварей все-таки прорвался на верхние уровни. Только что было замечено несколько уродов на уровне К3. Нам нужно разделиться. Кулак, ваша группа обеспечит безопасность персонала, а мы в это время закончим зачистку нижних уровней. А времени детонации заряда мы оповестим всех, как только все будет готово. Выполняйте приказ. Майор, двигай вперед. Я сзади буду, прикрою тыл. Здравствуйте, майор. Это вы? А я думал, это те мутанты меня уже нашли. Вижу, вас потрепало. Вы, наверное, направляетесь в Крот-3? Я как раз оттуда. Страшно представить, что там сейчас творится. Эти существа добрались туда по вентиляционным шахтам. Не знаю, выжил ли кто-то еще. Я добрался сюда, как только услышал сообщение по радио, что ваше командование решило все здесь уничтожить. Дело в том, что мы с вами сейчас находимся на уровне К2. Этот уровень включает в себя комплекс лабораторий Крот-2 и помещение архива. Меня интересует именно архив, ибо он хранит все отчеты научных исследований, патентов и прочие секреты за всю историю существования комплекса Крот. Майор, пойди осмотрись пока, а я посмотрю проводку. Мало ли, может нам придется очень быстро отступать.
Эти материалы очень важны, поэтому соберите все, что сможете, находясь в этом комплексе. Я буду пока здесь. И еще кое-что. Удачи, майор. Прикрою.
Майор! Майор, ты жив? Давай скорее выбирай свою яхту! На твоей стороне! Херово мы попали, майор. Эти твари повсюду. Они лезут через наш уровень, видимо, прорываются наверх, чертовы ублюдки. Убить всех этих тварей и домой. Не останавливайся! Как же я устал от всего этого дерьма! Двигай поршнями! Двигайся! Чего застрял? Майор, отдай собранные бумаги ученому и сматываемся. Мы и так здесь достаточно задержались. Я с тобой, майор. Да жеванный крот, снова кротнуло, чертова железка. Майор, дай мне пару минут.
Фу, дело мастера боится. Ну да ладно, возвращаемся к приоритетной задаче.